В Ненецком округе завершилась кампания по доставке детей из труднодоступных сел и деревень, а также оленеводческих стойбищ к месту учебы. Накануне финальный школьный рейс доставил ребят из Варника, Харивера и сельхозкооператива «Рассвет Севера» в Нарьян-Мар. Алина Воучейская расскажет подробнее. Это Надя, потом дальше. Надя, Кристина, потом Кристина. Марина. Нет, четвертая. Рейс по оленеводческим стойбищам – полная импровизация, шутят пилоты. Координаты от жителей тундры поступают непосредственно перед вылетом, ведь кочевники постоянно им дают. Авиаторы составляют оптимальный маршрут и отправляются в полет. Школьный вертолет ждут в 7 оленеводческих стойбищах общины Ямпто и сельхозкооператива «Рассвет Севера». Не всех удается найти сразу. Где-то кочевники ставят чумы в низинах, где-то могут ошибиться с координатами. Однако после непродолжительных поисков экипажу все-таки удается заметить островок жизни в бескрайней тундре. Когда все малыши на борту, винтокрылая машина берет курс на Каратайку. В интернате этого поселка обучаются детки из семейной родовой общины Ямпто и СПК «Рассвет Севера». В полете знакомимся с Надеждой Тайбарей. Она провожает сына и дочь, но уже в Усть-Кару, еще один поселок на побережье Арктики. Мне очень нравится. Я даже сравнивала их с другими школами других регионов. Но я, честно скажу, мне очень нравится, как они там преподают. Но я очень довольна. Я очень довольна тем, что мои дети в течение года под контролем. Прилетаем в Каратайку. Ребят здесь уже ждут. После перелета обязательно горячий обед, следом размещение в интернате. На ближайшие 5 месяцев мамами для тундровых малышей станут воспитатели, в том числе и Оксана Сидоренко. У каждого адаптация проходит по-разному. Есть ребятки, которые быстро привыкают, есть, которые сложнее им в этом плане. Все-таки от родителей же отрывают. 7-летки, 6-летки, ну, конечно, своих-то жалко. Но ничего, вот в этом году очень хорошие ребятки. Их 5 человек у нас в этом году, первоклассников. Трудновато было с учебой, но сейчас уже мы начали читать. Тихонько списываем, уже у нас немножко процесс-то пошел получше. Вот. И очень такие детишки-то любознательные. Но только единственное, что вот по-ненецки в основном желательно с ними... Уже на следующий день дети кочевников отправляются в школу. Здесь их ждут не только учителя, но и друзья из числа поселковых ребят. Обучают маленьких тундровиков по особой программе, ведь у многих нет дошкольной подготовки. К тому же в каратайской школе делают упор на сохранение родного языка. Чтобы сохранить их язык, с 1 по 9 класс ведутся уроки родного ненецкого языка, родной ненецкой литературы. Ведется элективный курс в начальной школе «Хозяйка Чума», то есть, чтобы дети не забывали свои традиции, чтобы дети не забывали свой язык. Ну а часть ребят из Каратайки и Варника отправляются на учебу в город. Их ждут в Ненецкой средней школе имени Пырерка. Этим же рейсом в город доставили и старшеклассников из поселка Харивер. В этом году у нас, да, погода, к сожалению, нас подвела. Мы начали 10 января, планировали завершить 16-го, но сегодня вот 19-е, завершаем мы сегодня кампанию. Знаю, что этот рейс, он был такой совмещенный, и по большей части это была переброска детей с оленеводческих стойбищ. Да, мы залетели в 7 стойбищ, забрали детишек из 7 стойбищ, привезли их в школы Каратайки, Усть-Кары и одна бригада в город. Кампания по доставке школьников стартовала 10 января и завершилась 19-го. Школьные вертолеты перевезли 180 детей, чьи родители ведут традиционный кочевой образ жизни, а также детей из сельских поселений, где отсутствуют средние и основные общеобразовательные организации. Всего было совершено 6 рейсов. Алина Воучейская, Алексей Орлов, телеканал «Север».